Всем большущий привет, дорогие друзья! Меня зовут Раиль, и вы попали на мой музыкальный блог. В преддверии Нового года я решил сделать небольшую такую движуху и разыграть очень приятный приз специально для вас, дорогие друзья. Эта движуха называется «Конкурс каверов на песни Раиля Арсланова». Да, вы не ослышались, я хочу послушать, как вы исполняете мои песни. Так, скажем, банально. Что для этого нужно, дорогие друзья? Взять одну из моих 8-9 песен, которые есть здесь, на основном канале у меня, послушать, выучить и записать ваш кавер на видео. Залить его на YouTube, ну, открыть свой канал. Советую лучше на YouTube это сделать, чем ВКонтакте, потому что на YouTube вы можете себе продвижение получить некое. Потом это видео кинуть в мою группу ВКонтакте, вот ссылочка, вступаем. Там на стене есть кнопочка «Предложить новость», туда вы предлагаете свое видео, пишите свою фамилию, имя, название композиции и отправляете. Это видео я публикую там, на паблике, на стене. Затем вы это видео репостите к себе, чтобы начать набирать лайки. Да, зовите друзей. Пусть они слушают, лайкают, потому что лайки повлияют на выбор победителя этого конкурса. Конечно же, выбирать победителя я буду сам, но лайки мне будут помогать при выборе, потому что я буду знать, какое видео люди оценили, что им больше нравится. И вот таким образом, начиная с 15 декабря, вы можете записать кавер на одну из моих песен, а их, как знаете, 8 или 9 штук здесь. Можете выбрать и записать на любом инструменте, вообще на любом, спеть с кем угодно, в любом качестве. Ну, конечно же, если будет хорошее качество, я это также оценю. Главное, спеть с душой, мастерски сделать, ну, чтобы мне понравилось. Приз каков, дорогие друзья? Самый главный вопрос, наверное, вас мучает. Какой приз будет? А приз не очень-то и большой, но зато очень ценный и музыкальный. Это губная гармоника компании Suzuki. Модель Folk Master. Именно эту губную гармошку получит победитель этого конкурса. Но не отчаивайтесь, остальные ребята получат продвижение на стене у меня в паблике. Потому что если ваше видео будет качественным, он понравится людям, люди будут его лайкать и тем самым узнают вас. Вы попадете на стену моей группы. Почему именно губную гармонику, дорогие друзья, разыгрываю? Потому что в начальных своих песнях я очень часто использовал губную гармонику, если не знаете. Так что заходите ко мне на страницу ВКонтакте и слушайте мои песни. Там в некоторых песнях я использовал губную гармошку. Да, там есть очень красивые соляки на губной. Ну, вы его также можете подобрать и сыграть. Или всю песню сыграть. По остальным вопросам обращайтесь мне в личку. Я напишу аккорды той песни, которую вы хотите исполнить. В общем, помогу как смогу. Остальное уж подбирайте сами, дорогие друзья, потому что у меня тоже времени не очень-то и много. Вот такая движуха намечается. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что вы со мной. Я вас люблю. До скорых встреч. Не забываем подписываться на мой канал основной, где вы можете найти все мои видосы, и также на паблик ВКонтакте, где будут публиковаться именно ваши видосы. Не упустите, я вас жду ваших видео. До скорых встреч, пока!